Спасибо. В заключение нашего концерта мы споем песню, которой завершаем все наши концерты. Она называется так. Она специально антидепрессивная песня. Называется она «Боремся с депрессией» или «Все будет обалденно». То есть я ее так и называл «Все будет обалденно». Сейчас я уже не знаю. Через месяц, видимо, буду называть «Все будет хорошо». К весне все как-нибудь да будет. Видимо, так, да, как Швейк говорил, никогда так не было, чтобы никак не было. Как-нибудь добудет. Я надеюсь, что будет хорошо. И вас призываю к этому. Потому что вообще, так сказать, потерять оптимизм, это последнее, что мы должны потерять. Мы можем потерять все, но оптимизм должен оставаться. Ибо это держит на плаву. И припев этой песни, если его должным образом употребить дома, в ванной, закрывшись предварительно, чтобы, ну, не дай бог, а то домашние могут не так понять, вызвать скорую. Надо 140 раз подряд припев этой песни пропеть самому себе в зеркало. И будет вам счастье. К 100-му разу где-то у женщин, к 128-му у мужчин наступает, так сказать, релаксация и счастье. Шутки шутками, но, так сказать, помогает от депрессии. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что, так сказать, ну как-то мы первым дорогу протоптали, и первый этот блин не был для нас абсолютно комом, потому что, в общем, спасибо вам. Нам очень важно, чтобы был адекватный такой вот теплый, хороший зал. Это очень важно. Поэтому я надеюсь, что мы к вам еще приедем. В воспоминаниях Витя Шендерович вспоминал, как они когда-то в советские времена Арканов, Инин и замечательный Григорий Горин, гениальный, как-то поехали агитбригадой на какой-то, то ли к шахтерам, то ли на какой-то завод, и бедных людей согнали в их перерыв, вместо того, чтобы они, значит, там, ну, немножко тяжелая работа, там отдохнуть, а их согнали на каких-то, значит, артистов, причем такой, национальности все какой-то странный, да, были. И говорит, мы все это шутили, и ушли под звук собственных каблуков, ну, то есть, ну, трудно было людям все это понимать. И когда выходили из зала, говорит, вот и как-то получилось так, что выходили все эти рабочие, и мы вышли. И так перемешалось наше. И мы, говорит, идем среди них в такой гнетущей тишине, и Гриша Горин, и говорит, мы к вам это приедем. А ему сказал, я к тебе приеду. Ну, в общем, друзья, мы к вам еще... Я к чему это? Мы к вам еще приедем, если вы не возражаете. Михаил Махович, Николай Григорьев, Тимур Шау. Боремся с депрессией. Жизнь сюрпризы преподносит, жизнь лупит нас под дых, и депрессия все косит наши стройные ряды. Обстановка неспокойна, психиатры сбились с ног, а народ сигает в окна, нажимает на курок. Люди злы, как прокуроры, ждут печального конца. От тоски у всех запоры и землистый цвет лица. Улыбаться надо, братцы, не сдаваться, молодцы. Если нация в прострации, то нации концы. Все будет обалденно и не о чем скорбеть. Мама, надо ежедневно 140 раз пропеть о том, что все отменно. Все просто офигенно, все не ждать. Эй, страдалец, зачитай-ка список личных неудач. Зайку бросила хозяек, уронили в речку мяч. Из туфты не делай драму, мир прекрасен, жизнь идет. Глянь-ка, мама моет раму, Саша кашу смачно жрет. Что, начальник обижает? Да ты в гробу его видал. Негритят жена рожает, а вдруг твой прадед Ганнибал? Это мелкие печали, был и хуже беспредел. Одного вообще распяли, так он терпел и нам велел. Все будет обалденно и не о чем скорбеть. Мама, надо ежедневно 140 раз пробить о том, что все отменно. Все просто офигенно, все ништяк.
страдаю, родной подобно нет. Спасибо большое, вы все знаете. Если водку пить печально, можно тихо ожизеть. Но все не так суицидально, ежели в корень посмотреть. Денег нет, так и не будет. Что же плакать зря о том? Ты дыши, брат, полной грудью, писай полным пузырем. Занимайся сексом, спортом, плавай, рыбок разводи. Дай хоть раз начальству в морду, делай что-то, не сиди. Подними с дивана мощь, встань, занятие найди. Соблазни соседку, тещу, тестя, только не сиди. Все будет исполнено, и не о чем скорбеть. Мама, надо петь, что-то не вина. 140 раз пробить, а ну что, все отменно. Все просто офигенно, все ништяк. Все Михаил Антонович!